Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и, друзья мои, огромное вам спасибо за то, что дарите мне просто бурю позитивных эмоций. Вчера мне, допустим, прилетело сразу три подарочка от Кирин. Кирин, спасибо тебе огромное, мне безумно приятно, и как я всегда говорю, и говорю это честно, я от абсолютно чистого сердца, мне все равно, что лежит внутри. Но вот это вот проявление внимания для меня просто бесценно. Спасибо вам огромное за то, что не забываете обо мне и поддерживаете канал в его развитии. Ну что, открываем вот эти три подарка от Кирина, смотрим, что там. Ну и в следующих видео, понятное дело, пооткрываем подарочки еще от других зрителей. Открываем и радуемся, вне зависимости от того, что там будет находиться. Крутотень крутотенная! Черт побери, 5000 голды, это реально можно купить на новогоднем аукционе танк, плюс осколки Фортиума, плюс 10 мега-контейнеров, плюс еще 3 контейнера бомбические. Просто офигенски. Сейчас откроем еще два подарочка и побежим открывать контейнеры, которые прилетели в подарки. Смотрим, что у нас во втором подарочке от Кирина. Ну, давай. Еще один такой же набор. Еще 5000 голды, еще 10 контов и 3 конта бомбических. Я в шоке, ребята. 10 тысяч золотом. И плюс еще возможность из 26 контейнеров что-то себе еще получить. Это просто немыслимо. Если сейчас третий подарок будет точно таким же, я упаду со стула, ребят, реально. Потому что, ну, такого мне еще не дарил никто. Сертификат! Мать моя женщина! 6 сертификатов разных. Сертификат Соединенных Штатов, сертификат советской техники, европейские танки, британские, китайский танк, немецкий танк. 9750 осколков, ёп. Мать моя. Блин, слушайте, у меня все, у меня сейчас будет инсульт. Просто, я не знаю, у меня дар речи отпадает. Просто, вообще, я... Ребят, вызовите скорую кто-нибудь, а? Пожалуйста. Блин, я вышел из хранилища случайно. Так, ладно. Осколки Фортиума просто туда падают, короче, как с куста, знаете, так вот просто насыпает, с ведра налило. Я фигею, блин, я... Вы знаете, это ну это, наверное, единственный, серьезно, это единственный раз, вот просто единственный раз за все время существования канала, когда я жалею о том, что я пообещал никогда не материться, но только вот эта ситуация отличается от других, когда я об этом жалел, что здесь я хотел бы высказать позитивные эмоции, а не негативные по отношению к кому-то. Чувак, я в трансе от тебя, Кирин, ты... Ты просто, я не знаю, ты зверь какой-то, который просто разорвал в этот день меня позитивом. Я в шоке. Так, ребят, давайте открывать 20 контейнеров, 6 контейнеров. Давайте начнем с 6 контов вот этих, с бомбических. Блин, у меня рука трясется. Я просто в трансе. Все, блин, я не знаю, как это комментировать. 10 голд... Господи, 10, 100 голды, я заговариваюсь. А мистический контейнер первого уровня, ладно, потом его откроем. Я в шоке, честно, серьезно, я вообще еще 500 голды. Я голдой со счета сбился, серьезно. Меня просто, я не знаю, я потом пересмотрю это видео и просто сам себе на калькуляторе посчитаю, сколько там суммарно получилось. Потому что, ну, реально, я сейчас... Не уследил немножко за процессом, я понял, что 10 тысяч мне сразу упало, плюс... Так, ладно, все, открываем мистик, смотрим, что у нас в мистике. Если сейчас будет еще какой-то мистический сертификат или танков каких-то насыпет, это будет просто угар. А плюс еще есть сертификаты на танчики разных наций. Короче, это просто, я не знаю, блин, это круче, чем день рождения, серьезно. Такого еще никто для меня не делал. Нет, ну были дорогие подарки, безусловно. Я помню, я пираньке помню, которую мне подарили на основу. На твинк, который мы вместе качаем, я помню по поводу суперконя историю. Но, ребят, ну такого я не ожидал, серьезно. У меня сейчас вообще просто, я сижу, меня всего колотит, но от позитива, знаете, вот такой вот... Дребезжание внутри сумасшедшее.
Блин, голда сыпет просто. Просто с каждого контейнера летит. Это просто чума. 1250. Если бы... Слушайте, я понять не могу, как так получается, что с этих контейнеров, которые мне дарят, мне выпадает. Почему, когда я покупаю контейнеры, мне нифига не выпадает? Как оно так работает? Блин, ВГ, ответьте мне, каким образом оно так происходит? Ключ от запертого контейнера. Так, блин. Я в шоке, короче. Ищ, контейнер, собери их все. 750 голды, 14 дней према. Мать моя женщина. Я сейчас миллионером, короче, стану. Если мне здесь еще выпадет, блин... Не знаю, там... Не хватает только, чтобы действительно миллион голды сейчас ляпнулся откуда-то, и все. И прощайтесь с ГСНом. Я в дурку пошел. Не, серьезно, я собираюсь и пошел туда. Чтобы мне рукава за спиной завязывали. Еще один мистический, 350 голды. Мать, я в шоке. 1250. Ай, хлопцы, выносите меня. 350. Ой, блин, слушайте. Не, я такого еще никогда не переживал. Серьезно, я 9 лет в игру эту играю, но такого у меня адреналина еще не было, блин. Так, черный контейнер. Ой, черный ящик, господи. 200 голды. Ты... Слушайте, вы знаете, мне уже, короче, после вот этих открытий всех, знаете, цифра в 200 голды так воспринимается, типа, да, 200 голды упало. Вот, да. Блин, я в шоке. Не, ну держите меня семеро, серьезно, со мной такого вообще никто еще не делал. Я... Все. Я всегда думал, что мой словарный запас широк, но оказывается, у меня его не хватает все-таки. Да, реально, слов нет для того, чтобы описать полностью все вот эти вот эмоции, все эти переживания. И я для себя понимаю, что, блин, ну, навряд ли со мной когда-нибудь еще что-то такое будет. Так, что касается, что тут у нас, 9 бомбических из 10. Здесь у нас талисманы на голду, я хотел посмотреть. Я теряюсь, реально, вот у меня есть запертый контейнер, на что он у меня? Запертый контейнер нет, этот запертый контейнер я открывать не буду, это фуфло. Соответственно, пусть ключик у меня пока полежит. Что это у нас такое? А это черный талисман и ключ от запертого контейнера на 300 золота, понятное дело, я менять не буду, потому что, как правило, открытие каких-то нормальных контейнеров стоит в районе там 1000 голды, а значит, лучше я его приберегу и потом открою какой-то комп за 1000, чем сейчас за 300 буду продавать. Так, ребят, давайте теперь будем смотреть на сертификаты. Длинное видео получилось, но, блин, чумовое. Можно открывать, не продавая. Что здесь у нас? Каро 45 тонн, блин. Буду держать пальцы крестиком, очень хочу эту машину. Я настолько ее хочу, я настолько о ней мечтаю. Так, здесь тоже с сертификатов идет компенсация голдой. Здесь тоже голдой за коллекционки. Здесь у нас... Так, тоже голда. И последний по Британии. Здесь у нас тоже голда. Ну что, все, в принципе, давайте будем открывать. И вот теперь барабанная дробь. Не знаю, есть ли она у меня в программе обработки видео. Если есть, то обязательно прожму барабанную дробь сейчас. А, это талисман на Савдепию. Ну что, поехали. Китайский контейнер. Открываем. Что нам падает из китайца? Из китайца падает ВЗ-114, и у меня не было этой машины в коллекции. Я в шоке, блин. Мало того, что голды насыпало с 3 короба, так еще и танк 9 уровня, которого у меня нет. Я дурею просто. Это не утро, это какая-то чума. У меня такое впечатление, что пришел Дед Мороз, оставил весь свой подарок того, что хотел отдать другим детям, и ушел. Причем все эти дети, они играют в танки. Так, Каро оставляю на потом. Ребят, хочу последним его открыть. Советский Союз. Из Советского Союза объект 452К. Он у меня есть в коллекции, но я за него получаю компенсацию голдой. Единственное, что... Потом посмотрим, сколько голды упало. У меня притормаживает хранилище, поэтому для того, чтобы не затягивать время, потом заново не заходить в хранилище, потом посмотрим, когда выйдем.
Дальше, Германия. По Германии хочу КПЗ-50Т из этого контейнера, но получаю... Як Тигра 8.8. Здесь компенсация будет серебром, поскольку данная машина у меня есть в коллекции. Так, едем дальше, ребята. Едем дальше, открываем Соединенные Штаты. Из Соединенных Штатов, ну, из вот этого вот всего, наверное, больше всего хотелось бы ТС-60. Да, вот считайте меня придурочным, но мне эта машина очень сильно нравится. ТС-60 очень сильно хочу себе, и если будет на аукционе, то попытаюсь себе ее купить. Ну и, понятное дело, что концепт 1Б, пускай не мечта моя лично, но в коллекции его нет. Открываем, смотрим, что здесь у нас. Т23Е3, компенсация голдой, потому что машина есть у меня. Так, вот сейчас все больше и больше сердце сжимается, потому что мы потихоньку приближаемся к апофеозу всей этой истории. Открываем британский контейнер. Здесь из британцев по 10 левелу у меня все есть. Ну а по левелам пониже, ну там чего-то не хватает, но не так уж и много. Не так уж и много вариантов того, чего у меня нет. Ну мало ли, вдруг. Ничего себе! Вот это прикольчик! Да, пускай ее продавали на аукционе за 4000 голды, но и этой машины у меня в коллекции нет. Я не решился отдавать за нее 4000 золота, потому что ждал другие машины на аукционе. И получается, что уже две тачки падает мне в коллекцию, которых у меня не было. Блин, это просто, просто шиза какая-то. Реально, у меня мозг заворачивается. От этого открытия подарков у меня просто, блин, все, взрыв мозжечка произошел. Ну все, Каро 45 тонн, СТРВК у меня есть, Свей есть, ЦСКА тоже присутствует, Шкода Т45 есть, Транвагна нет, Лансен есть. А, Лансена нет у меня, Лансен С тогда получается. Шкода, Лансен С, кто там еще? Ну и, в принципе, да, в принципе, Каро. То есть, три машины из всего списка. Ну, я думаю, что здесь, скорее всего, будет премиумная все-таки тачка с компенсацией серебром. Но все равно я уже, блин, безумно рад. Бизон Т45. Знал бы, блин, не покупал бы на аукционе Бизон Т. За сколько там, за 7 или за 7500 голды он мне обошелся. Но машина классная, я доволен, что купил. Кирин, ты просто, просто взорвал мой день. Ты... просто, не знаю, не то чтобы переубедил меня в контейнерах, как я сказал, что из тех контейнеров, которые я покупаю, вы сами видели, мне ничего не выпадает, но сегодняшнее открытие, оно просто, просто перевернуло все с ног на голову. Так, договаривались посмотреть по компенсации. За объектом 452К я получаю компенсацию 5000 голды. Ну и за два премиумных танка, за три премиумных танка в серебре. Таким образом, по грубым даже подсчетам, я получил сейчас дополнительно в золотую копилку с этими подарками 15 тысяч золотом. Это я еще не считал ту часть золота, которая падала из контейнеров, так, ну, из тех или иных. Короче говоря, просто чума, ребят. Дарите друг другу позитивные эмоции. Я пошел капать себе корвалол в глаза и буду делать себе инъекции валерьяны в мозг. Такой чумы со мной еще не происходило. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока.